В этом году Евпатория в новом формате отметила свой традиционный праздник – Международный день курортника. В преддверии его сотрудники Центра культуры и досуга в течение нескольких дней на улицах города проводили экспресс-викторину среди отдыхающих. Они задавали им вопросы по истории Евпатории и ее достопримечательностям. 15 финалистов конкурса, прибывших на курорт из разных уголков страны, пригласили стать участниками праздничной программы на Караимской. Состоялась она вечером 14 июля. В это время для гостей туристического маршрута «Малый Иерусалим» работали творческие коллективы Евпаторийского центра культуры и досуга. Перформансы театра на ходулях «Шоу великанов», театра «Живой статуи» и театра «Огня Вольфрам». Были организованы мастер-классы студии декоративно-прикладного искусства «Ремесло» и изо студии «Радуга». На сцене у купеческой синагоги играл крымско-татарский ансамбль барабанщиков «Геншли», руководитель Эскандер Вереляев. В творческой программе вечера выступали солисты Оксана Трегуб, Анастасия Скиженок и Елизавета Григорьева. Не хочу я ждать последних новостей, провожу я всех непрошенных гостей. Пусть душа моя побудет в тишине с твоей душой наедине. Не хочу любовь разлукой проверять, все равно мне, что там люди говорят. Кто остался ждать, а кто из нас исчез? Смотри, и осень тоже здесь. Листья осыпаются с небес. Это зарядить руку ведущего! Поднять ладошки вправо налево! Заряжаем руку ведущего! Еще, еще, еще! На удачу, на удачу, на удачу! И кому-то сегодня повезет! Друзья, здесь у нас огромное количество... Так, 15-15 у нас на месте все. Итак, друзья, что мы должны были помешать, правильно? Мы погружаем руку ведущего, которая заряжена вашей фортуной и вашей удачей. И я начинаю мешать. Для победителей экспресс-викторины в честь Дня курортника провели лотерею «Счастливый билет». Каждый получил сертификат участника, призы и памятные сувениры от спонсора. Также был разыгран и главный приз конкурса – путевка на двоих в пансионат «Оран Крым» на 2021 год. Для этого активным и любознательным отдыхающим предстояло буквально на ходу сочинить курортную оду, стихотворение или басню, где есть такие слова – «Евпатория», «Оран Крым», «Море», «Веселье» и «Отдых». И надо сказать, что все участники конкурса успешно справились с этим заданием. Под ваши аплодисменты, пожалуйста. Орион Крым открывает двери. Евпатории все красивее. Море здесь шире, чем во всем мире. Ловим веселье, отдыхаем сильнее. Море ода. О, благословенный Крым, где плещет море и вдохновение, на берегу твоем раскинулась красавица Евпатория. Ты даришь нам отдых, не безделье. Благодарим тебя за это, Орен Крым, Крым за радость и веселье. Спасибо. Гостей праздника пришли поздравить глава Евпатории Олеся Харитоненко и глава администрации города Роман Тихончук. Вы знаете, нам очень приятно, что в Евпатории чтят традиции. И из года в год мы отмечаем единственный город, который чтит тех людей, которые приехали сюда на отдых, на оздоровление, на лечение. И самое главное, пообщаться друг с другом, где бы вы ни отдыхали. Это частный сектор, это санаторий, пансионат или это здравница, в которой отдыхают ваши детки. Мы все этим гордимся и говорим вам огромное спасибо за то, что вы ежегодно выбираете для нас родной город, любимый город, нашу Евпаторию. Вы знаете, с этой минуты мы уже будем говорить о старте следующего курортного сезона, потому что мы подарим сегодня путевку на следующий оздоровительный год тому, кому больше всех хлопали, и тому, кто, скажем так, проявил самую большую смекалку и попытался зарекламать слово «Орен Крым»
И мы благодарим Анатолия Егоровича за то, что предоставил нам такую возможность. И в то же время, конечно же, я сказала о солнечной Евпатории и о тех эмоциях, которые переполняют вас на берегу Черного моря. И в стихах говорится слог: «Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории, вас это не касается». И в песнях поется: «Где были только ты и я в курорте Евпатория, тоже вас это касается». Я скажу так, нам очень приятно всей евпаторийской команде, всем евпаторийцам, что вот ваш выбор, вот широкая география нашей великой России пал именно на наш солнечный город, на нашу всероссийскую детскую здравницу, на наш город детства. Итак, лучшей курортницей 2020 года стала Ирина Спичек из Иваново, которая приехала в наш город вместе с 9-летней дочкой Анечкой и мужем Кириллом. Этой дружной семье, как, впрочем, и всем остальным жизнерадостным победителям, очень нравится Евпатория. И они мечтают еще не раз встретиться с ней. Валентина Лавренко, Алексей Гладков, «Евпаторийское время». В Евпатории мы уже не первый год. Приезжали и ранее. Санаторий нам очень понравилось. Вообще понравились люди. Светлые. Все улыбаются, спокойные. Вот такое умиротворение. Море, солнце. И как бы настолько вот понравилось и отношения, и вот это вот тепло. Все-все-все. Вкупе оно было просто прекрасно. И мы как традицию вели себя приезжать. Не всегда удается, конечно, это не каждый год мы можем себе там позволить приехать, но когда у нас получается, мы с удовольствием приезжаем. Почти, можно сказать, родной, побратимый Иваново, Евпатория, город. Поэтому очень понравилось. Нам понравилось. Не ожидали, конечно, что победим. Было очень приятно. Считаем, что было много достойных участников тоже на победу. Даже могла бы выделить Москва. Мне понравилось выступление. Пушкина мне понравилось выступление. Забыла, к сожалению, по-моему, Краснодар, или тоже мне понравилось выступление. Спасибо вам за гостеприимство, спасибо за такие необычайные конкурсы, да. Очень удивились, конечно, и обрадовались. Спасибо всем.